Так, друзья, по поводу курения на пляже. Смотрите, за целый день, проведенный на пляже GBR, я никого не увидел курящего непосредственно возле моря. Не знаю, как бы можно, нельзя здесь курить возле моря, но здесь много отдыхающих людей с детьми. Ну и так плотно здесь люди на этом пляже находятся, что если вы будете курить непосредственно возле самого моря, то мало кому это может понравиться. Но что я заметил, что все курящие выходят покурить, условно говоря, в специальные отведенные места. Значит, есть вот такие вот урны, и все выходят курить к ним. На пляже мусора я не заметил, и бычков тоже. Поэтому, друзья, чтобы у вас не возникли проблемы на отдыхе, лучше и безопаснее подойти к этим урнам, покурить здесь, и у вас не будет никаких абсолютно проблем. Потому что если выбросить бычок не в урну, то за это есть большой штраф в Дубае. По-моему, 500 дирхам. Поэтому лучше, друзья, сделать все правильно, чтобы ваш отдых прошел абсолютно без происшествий. Тем более, что это не составляет труда пройтись буквально от места, где вы лежите на пляже, буквально 10-15 метров и спокойно покурить. Эти урны расположены буквально каждые 5 метров. В некоторых местах немножко больше, там метров 15 расстояние между урнами. Но если вы будете курить возле этих урн, то у вас не будет никаких проблем абсолютно.